функциональный блендерный набор с тремя насадками и турборежимом. Рассмотрим в деталях модель SBB 2235 от бренда StarWind. Прибор упакован в фирменную коробку. Внутри моторный блок, насадка блендер, чаша-измельчитель, венчик, стакан с крышкой, инструкция на русском языке и другая документация. Корпус эргономичной формы. Сзади на ручке традиционно расположен шнур, он тут длиной 1,5 метра. Блендер можно разместить на расстоянии от розетки. Кнопки удобно нажимать той же рукой, которой держишь блендер. Мощность у этой модели 600 Вт. Достаточно, чтобы сделать тыквенный крем-суп, томатный соус, взбить белки для безе, замесить тесто для блинчиков или измельчить вареное мясо для начинки. Все режущие поверхности выполнены из нержавеющей стали. Ножи острые. Емкость чаши измельчителя 500 мл. Снизу есть защитная подставка, чтобы она не скользила. Емкость стакана 700 мл. Соусы, супы, фруктовое и овощное пюре можно делать и хранить прямо в нем, закрыв крышкой из комплекта. У блендера два режима скорости – обычный и турбо, который подойдет, чтобы быстро взбивать молочные коктейли и измельчать твердые продукты, например, орехи. Подведем итог. Эта модель от StarWind – простой универсальный набор 3 в одном. В нем есть все для приготовления полезных блюд и экспериментов с выпечкой.